Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть в игру Луны Тюнес World of Mayhem. И для начала мы заберем все, что добыли мои персонажи. Тут, кстати, недавно было обновление. Как видите, все персонажи у нас сейчас озвучены. И даже во время боя они будут что-то бормотать. Жаль, конечно, все на английском, но тем не менее выглядит это довольно прикольно. И, кстати, после обновления куда-то исчез русский язык. Теперь опять все как раньше на английском. Жаль, конечно, но тем не менее игра от этого не пострадала. Много, конечно, что непонятно, но играть все равно по-прежнему интересно. Так, раздаем задания очередные нашим персонажам. Пускай они, как говорится, добывают нам ресурсы. Нечего им прохлаждаться. Иди охоться, Элмер. И последнему. Вот, кто это у нас тут спрятался? А, Даффи. Ну что же, все, отлично. Пускай смотрится в зеркало. Ну, а мы с вами, так, забираем здесь ежедневочку. Ух ты, у меня уже 150, сколько? 8 кристаллов, 159. Так, давайте-ка вот сюда мы с вами сундучок поставим. И, конечно же, охрана. Куда же нам без охраны-то? Все, отлично. Маловато, конечно, силы там, но да ладно. Так, и, наверное, мы сейчас откроем с вами сундучки. Даже и не один, а целых 3. Потом, ребята, в конце игры мы с вами будем крутить рулеточку. Я вам скажу по секрету, я там довольно много насобирал карточек. Так что, может быть, даже на ускорении мы это с вами сделаем. Хотя, какое тут ускорение? Ускорение это я уже буду, наверное, делать при монтаже. Билетиков там достаточно много, поэтому без ускорения нам, наверное, не справиться. Или мы просто устанем все это смотреть. Так, ну что же, и после 90, нет. В общем, 3 ячейки у нас свободно. Забираем здесь 29 монеток, билетики, я там смотрю. А 30 уровень так почему-то и не дают. Не знаю, в чем причина. Без понятия, может быть, я что-то неправильно делаю, а может быть, пока его вообще нету здесь. Так, а мы сейчас в данный момент с вами будем смотреть, кого мы можем поднять. И это у нас, ага, Пепе, Даффи, так, ага, Страусенок и фотограф, папарацци. Хм, давайте, наверное, с вами мы улучшим Даффи, камаежор, как говорится. И он у нас получает какой-то скилл, я так понимаю. Какая-то пушка. Жалко, еще раз повторю, что без перевода. Ну и еще сделаем с вами, наверное, здание. Давайте глянем, что нам доступно. Это будет у нас... Ага, в пустыне. Значит, домик койота и домик страусенка. Давайте, конечно, у койота. Да-да-да, баллончик с атакой. Тут фиолетовая косточка потом будет. Самое то, что надо. Вроде бы как все сделали, да, и можно отправляться, конечно же, на бой. И нас встречают тяжеловесы. Вот так, ребята, и приходится крутить, точнее обновлять каждый раз, потому что уж очень мощных мне выдают ребят. Чересчур. Так, а мы сейчас с вами кого-нибудь усилим. Кого вот только пока не знаю. Давайте-ка посмотрим. До 20, да не, 20-ку мы должны получить здесь в легкую. Ну, не в легкую, но тем не менее получаем. Ага. Все. И насколько ты у меня... Вот, теперь уже другой разговор. Теперь хоть ты что-то из себя представляешь. Это единственный персонаж у меня, который 4 звезды имеет. Я его хочу брать с собой в отряд и буду им играть. Ну, а остальные все, как видите, довольно слабенькие. Давайте в нее вольем 3 пробирочки с опытом. Ну, 12 левел, конечно, не айс. Но в дальнейшем, если ее прокачать, будет довольно хорошо. Ежедневочка. Так, замечательно. И теперь давайте пойдемте на поле боя. Так, еще раз обновим. Ну, вы посмотрите, как нам не везет сегодня. Нету таких более-менее слабых персонажей. Но вот если только этот... И кого бы нам с вами выбрать, чтобы противостоять? Давайте испробуем койота. Ну, этого и нашего поросенка. Будем смотреть, что из этого у нас получится.
Хотелось бы, конечно, победить, получить 3 звезды, получить сундучок. У нас 3 ячейки свободны в банке. Почему бы и нет? Так, подождите. Вот, давайте мы, наверное, начнем с Даффи. И туннель. Да, я хочу посмотреть туннель. Оу. Ну, все в стиле мультика. Слушайте, соточку отнимает. Это довольно неплохо. Очень даже хорошо. Добьешь? Молодец, свинка. Так, бабуля, не кипишуй. Твое оружие здесь бесполезно. Вы слышите, да, что у нас персонажи уже имеют определенные диалоги, говорят? Ну, как бы в этом плюс. А вот пес почему-то ничего не говорит. Хотя нет, что-то ржет там. Ладно, продолжаем. Смотрите, какой маленький камушек превращается в валун. Бабуля, извини. Пришлось тебя наказать. Ага, она мне все в мою курочку бомбит. Так, этот ковбой делает защиту. Ну что ж, давайте тогда вот так вот сделаем. Пока, бабушка. Нам будет тебя не хватать. У нас койот имеет динамит, что довольно хорошо. Это дистанционная атака. Он его может бросать. Ой-ой-ой. Не смогли добить. Ну да ничего страшного, сейчас мы это дело все исправим. И осталась у нас всего одна поросюшка, которая долго здесь не будет веселиться. Давай дубинкой. Вот так, отлично. И динамита, наверное, мы его добьем. Да, победа за нами. Что ж, получилось как нельзя лучше. 3 звезды, 3 билетика, да плюс еще у нас ящик. Вот так вот. Давайте назначать в банк. Вот, хорошо. И охрану, естественно, как же без нее. Все шикарно. Если сейчас ничего не дадут и не откроют, мы с вами пойдем на очередной бой. В принципе, так мы и поступим. Все, выбираем. Черт подери, вот если только за 4000 вот этот вот. Да, я думаю, мы должны справиться. Нет, эта свинья мне не нужна. Зачем она? Так, давайте койота, Гектора. Ну, в общем, свою старую комбинацию выберем. На 700 почти. На 700 силы мы превышаем нашего соперника. И должны все-таки победить. Чем больше побед, тем больше билетиков, тем больше шанс нам, что выпадет определенный герой, или мы кого-то сможем с вами усилить. Начнем, пожалуй, с тоннеля. Так. Бум. Сколько? 96? Неплохо. Шарап, заткни. Слышали, что он кричит? Он кричит моим персонажам: заткнитесь, типа. Так, хорошо. Давайте-ка так, у нас прирожденная ненависть к котам. Оу. Так. Бернард, успокойся. Не знаю, нет, провокацию, наверное, не будем мы с вами делать. Просто ударим. Потому что иначе они запинают. Да кого там пробрало на ржач-то? Без остановки. Ну что? Добили? Чуть-чуть буквально не хватило. Ну, сейчас мы сделаем это дело. По-быренькому. Бом, все. От ихнего смеха сам засмеешься. Блин, вот был бы перевод, было бы вообще обалденно. Бум, правильно, бум, и все. Слушайте, разве у нас Пигги там заикался? Что он здесь заикается-то? Так, нет, все-таки не добили. Осталось совсем маленько. Все. Фрогерна мы наказали, и теперь у нас остался лишь только Бернард. Ну, ай-яй-яй, какой живучий, но все, этого не спасает. Пока, Бернардушка, мы будем по тебе скучать. И очередные 3 звездочки, очередной, естественно, сундучок и очередные 3 билетика. Хорошо, плюс мы получили 2 магнитика. Ну, деньги, а вот опыт, куда же опыт-то девается у нас, а? Не идет он к нам в копилку, почему-то. Так, назначаем, у нас хоть охрана-то хватит. Да, в принципе, должно хватить. Да, все отлично. Ну, если опять же ничего не дадут, пойдем с вами. Да, наверное, сразу придется нам отправляться на очередной бой. Оу,
Ого-го-го-го, у меня даже нет слов. Может быть, только вот этого если. Так, да, наверное, должны потянуть. Ну, на худой конец не потянем, так все равно нам нечего делать. Иначе мы так просто с вами всю энергию растратим пустую, и ничего у нас не выйдет. Так, мы тратим сколько? 5 энергии за один бой. Плюс все время будем перебирать. Ладно, думаю, справимся, так что начнем. Давайте вот с поросеночка, с нашего румяненького такого вот в шапочке. Так. О, елки-палки, мой Пигги. Очень плохо ему. Давайте, наверное, лечиться. Все. Слушайте, здесь как-то немножко проблематично. Давайте мы, наверное, понизим атаку. Все. Да-да-да-да-да. Бубни-бубни там себе под нос. Так, начнем с Даффи. Так, камушку, наверное, его добьем. Хотя, почему-то мне кажется, что не получится у нас этот вариант. Ай, совсем немножечко мест не хватило нам. Ну, сейчас мы сделаем это дело. Отлично. Так, хорош там стрелять уже. И давайте туннелем, наверное, накажем его. Оп, нарисовали. И бум, сбили. Оу. Черт, я не того, я хотел этого, ладно. Добиваем его тыквой. Ведь добьешь же, а, Бернард? Или Гектор, Гектор, елки-палки. Добили. Теперь бабушка. Божий одуванчик у нас остался. Что ты там ручонки свои потираешь? Ты думаешь, это тебе поможет? Я сомневаюсь. А, она подхилилась, оказывается. Слушайте, ну против нас, я думаю, ей не потянуть. У нас все-таки 4 персонажа, а у них там двое всего. Давайте так сделаем. Бум! Ты посмотри, она хоть и старенькая, но довольно живучая, бабуля-то. Хороша бабуля. Торгует семечками в подворотне. Ну что же, все, остался лишь свинюшкин этот, свиной рыльце. Так, давайте, наверное, бомбанем его. И да, динамитом, не будем слишком тут извращаться, сейчас просто его запинаем со всех сторон. Смотрите-ка, как нам сегодня везет, а? Хм, опять 3 звезды и очередной сундучок. Правда, местечко-то у меня уменьшается, и это, по-моему, последнее, что я могу себе, да, активировать. Хотя, ай, подождите секунду, охрану, естественно, выставим. Ну, все, защищайте. И места-то у меня нету, надо будет, наверное, скорее всего, открывать уже за кристаллы. Иначе нам придется просто-напросто их выкидывать. Так, забираем здесь монетки. С этим мы все разберемся попозже. Ну а сейчас давайте перейдем уже к очередному бою. Потом, если что не будет хватать, потратим самоцветы. Оу, довольно сильные ребята, давайте обновим. Здесь походу тоже не айс, давайте еще разок. Ну, да хорош вам, елки-палки. Давайте попробуем вот этого. Как говорится, была не была. Иначе мы так будем играть себе в убыток. А так-то. Ну что, да, мы даже немножечко с вами проигрываем. Но, может быть, а и поставить-то некого, а, на самом-то деле. Если только... Ну ладно, давайте попробуем. Пускай у нас поменьше. Ну, может быть, не выиграем, но хотя бы, как говорится, получим с вами два билетика. Без ящика. Ящик нам, в принципе, сейчас не актуален. О, как он резко начал-то. Кошара, ты успокойся. Так, у нас здесь бабуля бойскаут. Так, Фогарна ликвидируем. Ха-ха. Шикарно. Так, попробуем. Я не даю никакой гарантии, что мы сейчас здесь победим. Будем пытаться. Что у нас из этого получится? Думаю, что Гектором как раз хорошо против кота сыграть. У них все-таки врожденная ненависть к ним. Ну, не особо, конечно, ударил, как я думал, но тем не менее. Ладно, пока мы ведем. Динамит. Камень, может, давайте, наверное... Так, на Баксбане.
бросим камушек. Подхил теперь сделаем. Что у них тут за телодвижения такие нелепые? Ну что, можно, в принципе, нет. Давайте, наверное, все-таки атаковать. Фу, нет. Давайте так сделаем. Багз Банни просто чем? У него и динамит, он из-под земли выпрыгивает. Надо от него избавляться уже, в конце концов. Да, пускай тратит себе подхил, динамитом мы его добьем. И все, в принципе. Тут осталась у нас бабушка, бойскаут и Фогорн. И тех мы должны успеть победить. Ну что она делает, да, подхил. Всех выхилила. Давай-ка проучим ее маленько. Ага, она сейчас еще и оглушена у нас. Так, давай бомбим. Раз. Динамитик. Два. И еще чуть-чуть. Вот, Фогорн. Все, наказал бабулю. Теперь мне нужно как-то сохранить жизнь моему поросенку, хиллеру. Так, 65. Динамит. Насколько ударит? На 102. Кританул довольно неплохо. Теперь отхил, и я уже ничего не боюсь. Победа будет за нами. Да что ж такое, какой крепкий он, а? Все, я нас поздравляю. У нас очередные 3 звезды, очередной сундучок. Я думаю, что нам придется все-таки тратить кристаллы, чтобы открыть ячейку или все-таки открыть вот этот сейф. Сейчас глянем. О, я могу, в принципе, смотрите, видите, 30, 40, 50, 60 уровни. Давайте вот так сделаем. 30 кристалликов потратим. И что нам достается? Деньги, опыт. Так, крынка и кактусы. 3 штуки. Довольно неплохо. Оу, мы с вами можем улучшить двух персонажей и также улучшить домик. Только вот кому? Это у нас будет на ферме. Свинюха. Так, и курица. Давайте, наверное, свинье. Фиолетовая кукуруза. Я думаю, что это будет самое то. Так, и что у нас тут еще осталось? Да ничего, в принципе, можно, наверное, отправляться в бой. Да что ж такое-то, а? Ну не везет и все тут. Я вижу здесь только один вариант, вот этот. Да, придется. И это будет у нас, ребята, последний бой, потому что закончилась энергия у нас. И мы приступим с вами крутить рулетку. Да-да, именно ее. Получать новые карточки, смотреть, какие фишки нам достанутся. И, возможно, мы с вами улучшим каких-нибудь персонажей, а может быть, даже откроем новых. Так, ну что ж, давайте начнем. Переверить. Отлично, бабуля, получай. 93, я считаю, что это неплохо. Неплохо было сделано. И давайте-ка вот так вот. Ну что ты там смеешься? Так, раздухарились, я смотрю, что-то чересчур вы здесь, а? Не пора ли вас усмирить, мультяшки? Ха, все, Даффи нету. И давайте бабулю попробуем убрать с поля боя. Она нам здесь не нужна. И до боли знакомая картинка у меня перед глазами, ребята. Две свинюшки, ковбой и фермер. По-моему, 3 боя назад такое уже было здесь. Ладно, давайте. Контратака, ты посмотри. Ну тогда получи. Получи, свинюха. Валунам на брюхо. Добиваем. Все, отлично. И остался у нас тут ковбой. Блин, это довольно редкие карты. Почему они мне не выпадают, а? Как это он так 2 раза сделал, а? И выстрелил, и подхил какой-то он себе сделал. Может быть, у него такой есть удар там? Но это его не спасет. О-о-о-о. Гектор там оскал свой делает. Ну что же, 3 звезды, очередной у нас сундук. Сейчас мы с вами что-нибудь вскроем, посмотрим. 90, ага. Что ты нам дашь за 90 кристаллов? Деньги, опыт.
Ну, довольно неплохо, я считаю. 11 гидрантов этих колонок, это тоже хорошо. Так, ну что же, ребятушки, давайте приступать с вами к рулетке. У нас больше нет энергии. Зато мы можем еще открыть один сундук, кстати, да. Ну-ка, деньги, опыт, а? Ну, я считаю, тоже довольно неплохо. Очень много дали чего полезного. Так, у защитников ничего нет. Оу, еще один домик можем улучшить. И персонажа. И это у нас пустыня. Дорожный бегун, значит, да? Ну что ж, давайте сделаем ему эволюцию. И это у нас получается специальная атака. Это даже не пассивка. Ладно, делаем. Та-да-да-да-та-дам. Отлично. Все хорошо. Он у меня третьего уровня всего лишь. Ладно. Маленький еще, подрастет потом. Ну что же, ребятушки, переходим непосредственно к нашей рулетке. И будем мы... Нет. Ферму, наверное, нет. Пустыня. Нет, пустыню тоже я не хочу. Башня. Нет. Башню тоже не будем. Давайте просто лес. Добьем, как говорится, здесь все по полной программе. Считаю, что довольно неплохо у нас все получилось. Итого, так, забираем вначале здесь все. Ну хватит, давай, 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 забирайся. И сколько у нас тут? Два персонажа можно у нас улучшить. Так, открываем. Что тут выпадет нам? Ну что такое? Фу, я уж думал, опять что-то зависло, но все нормально. Коллекцию. Забираем ревард у наших защитников. Ну и все. Так, пора. Ой. Последний билетик, оказывается. И ха-ха. Смотрите-ка, 6 карточек первый раз выпадает. Плюс 6 карточек у меня на героя. Все, давайте открывать. Так, где мои герои? Вот они, лес. Значит, это у нас Фогорн. Мы повышаем ему ранг. Получает он третью звезду. Долго я этого хотел. Так, сейчас мы его еще улучшим. Ух, будет красавчик у нас он. Ну, 23 уровень. Я доволен. Как никогда. Следующим у нас будет... Да-да-да, наверное,
Давайте его. Ну что, Сэм, готов? Я знаю, что готов. Какой-то пассивный скилл у него, ловушка вроде бы как называется. Ладно. Элмар, что у тебя? Так, повышаем его ранг, и он получает тоже третью звезду. Но он еще довольно слабенький, потому что, ну, и левел все-таки у него маленький. В принципе, и все, ребята, на этом. Все, что мы сегодня хотели, мы сделали. Все, что должны были получить, мы получили, открыли, активировали. В общем, будем с вами ждать следующую серию. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий, всех дел. Так, что у меня-то? О, у меня клан-то уже довольно прилично вырос. Ладно, ребята, на этом я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока.